Мемориал, посвященный воинам Великой Отечественной войны, которые отстояли высоту в 1943 году, был уничтожен украинскими военными в ходе активных боевых действий на Саур-Могиле. Мемориал, который для жителей Донбасса имеет символическое значение, будет восстановлен. В связи с этим состоялся градостроительный совет, посвященный рассмотрению объекта в первой очереди восстановления мемориала, в которую вошли участок Нижнего кладбища и возведение часовни и звонницы. На конференции были представлены основные проекты, которые предварительно были согласованы с митрополитом Иларианом. Так, с 1 декабря этого года планируют приступить к рабочему проектированию, которое планируют закончить в начале-середине января. Необходимо изначально провести отбор подрядчиков, которые будут выполнять работы, и подготовить строительную площадку для того, чтобы уже весной приступить к земляным работам по восстановлению мемориального комплекса. Стела на холме, статуя солдата, они будут восстановлены в точности, в том виде, в тех размерах, которые были до войны. Единственное отличие, это будет несколько измененное благоустройство, поскольку на вершине холма появилось верхнее еще захоронение тех защитников, ополченцев, которые погибли непосредственно в боях за эту высоту. Поэтому там мы планируем сделать специальные площадочки, там, чтобы люди могли собираться не так, как раньше, на склонах холма по траве, по земле, а уже в нормальных условиях. Кроме того, здесь будут устроены специальные пандусы для инвалидов, вот, с тем, чтобы облегчить всем категориям населения удобный доступ на вершину. Победившая концепция, она и предполагает вот с левой стороны аллеи установить подобные, похожие очень по форме пилонов правой стороны, вот такие заглубленные в землю залы музеев. Поскольку мемориал Саур-Могила является филиалом Донецкого краеведческого музея, сотрудники этого музея уже разработали концепцию музея, который будет непосредственно на Саур-Могиле. И, соответственно, значит, там будет три зала, которые будут посвящены самой истории Саур-Могилы с древних времен, периода Великой Отечественной войны и последней войны 14-15 года. Напомним, что ранее в республике был проведен конкурс проектов «Часовни». Выбор пал на нашего известного донецкого архитектора Владимира Васильевича Ануфриенко, автора нашего кафедрального собора, автора строящегося храма Петра и Февронии. Здесь других вариантов быть не могло просто. Владыка митрополит Иларион смотрел, принципиальное согласие дал. Значит, сегодня мы рассмотрим некоторые архитектурные и технические особенности. Вот. Но в целом это все одобрено уже. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ.